дело дрянь. Надо выбираться! We'll be right back.
Ну вот. А где верх? Так, сюда. Так, ну-ка, хоть что-то получилось. О, черт! Черт! Нет, нет, нет! Хуже просто не бывает. Нет, бывает. Надо же. Пора валить из аквариума. Ублюдок! Шармут! Ну, прощай, Хабиби! О, нет! Долбаный тип!
Вот удача. Как жизнь? Ладно. Ладно, да. Да, я поняла. Перезвони мне, если вдруг... Все-таки... О, Боже! Я перезвоню. Нейт! Это же неприлично. Да заткнись. Я думала, ты в самом деле погиб. Не. Ты цел? А что? Что с Салли? Он жив. Слава богу. Но его схватили. Что? Где? Сейчас они направляются в пустыню. Пошли. Эй, стоп. Погоди. Не торопись. Сядь. У них не меньше 2 дней форы. Так просто не догнать. Хоть попробуем. Слушай, есть идея. Но права на ошибку не будет. Так. На летном поле стоит их грузовой самолет. Они хотят сбросить припасы тем, кто в пустыне. Надо попасть на самолет. Именно. Ты осознаешь, что придется прыгать с парашютом? Не в первый раз. Ну-ну. Ладно. Налей мне стакан водички и выдвигаемся. Нет. Мой человек в аэропорту говорит, что самолет не улетит до рассвета. Так что лучше поспи пару часов. Нельзя сейчас терять время. Давай, ложись. Мне позвонят, если что-то изменится. Ты правда собиралась туда одна? Это же Салли. Конечно. Ты настоящий друг. Я знаю. Нет. В смысле, ты... Я поняла тебя. Я не хотел. Знаю. Приехали. Ну, держи. Эх, как же я не хочу стрелять. Я тоже. Надо проскочить незаметно. Если нас засекут, убьют на месте.